Ребят, всем привет, просто попытка записать видео не получилось, так что я его удалил. Так что начинаем заново, с нами как обычно TV Woman. Привет. Конечно же, видео. Великое потемнели. Прыгай, прыгай, прыгай. Полетел, полетел, полетел. Ай. Отлично. Камера сфокусировалась. Это хорошо. Так, вторая денежка украдена. Здесь, конечно, я сейчас сяду. Перснагуха. Нужно было не прыгать, прыгать с этого тоже прыгать. Ладно, так. Как хорошо сошло. Антиавторская рубрика, она не совпадает с оригинальной. Теперь тут оригинальная совпадает, но, знаете, я тот человек, который делает режешник. Так, ребят. Сейчас я телефон поставлю. Во. Отлично. Так, пока все окей. Чего упал? Ой. Ребят, все хорошо? Да, все хорошо. Получается у нас... А, ну ладно, я тогда пошла. Она спит. Не шумите, ребят. Так. Ну, наконец-то он это прошел. Так. Блин, аж ресурса. Ничего буду делать. Только нормальная музыка, у меня такая мысль в голове. О, нормальный бит пошел, и тут в этот же момент я влетаю в шип. О, рамчик какой хороший пошел. Че, не там, а куда? А в какой надо было прыгать? Оп, погоди. Блин, тут надо на эту как бы на практику. Тихо, погоди. Практику мне дай. Ой, там такой музыки нет веселой на практике. Ребят, я думала, что на камере отлично видно. А если верхний? Я уже сфокусировал.
Сложное место, я что-то боюсь, я это не пройду. У меня до сих пор была и пустота. Почему не прыгнул так? Почему я здесь? Я не понимаю, как это пройти тогда. О, боже. Очень смешно будет. Ребят, если что, не пугайтесь. Этот звук, это просто компа, он перебивается, ну, да так, что все окей. Пару минуточек. И видео закончится. Так, ждите, пока видео закончится. Ясно, я так я ветрю. Бери-бери. Бери-бери-бери-бери. На здравствуйте. Персонажи в лоботоре. Вот это вот подлянка, у меня должен был. Я не пройду. Hold on. Я никогда не пройду. Видимо, на этом моя попытка геометрии дальше закончится. Не, ну так-то я прошел дальше, чем любой другой ютубер. Ну и нормальный смысл. Ну вы-то не подумайте, что я кого-то оскорбляю или еще что-то такое. Смотрите там, он юздяк или пошел он на этом уровне, нет? На карте, например. Я никого не рекламирую, ребят, просто я знаю, с кем я тут беру. Бойнарщий. Ну, что, если вам интересно, можете туда зайти, там прикольные ролики. Какой самолетик, ракетолетик? О, как я это сделал? Я перепрыгнул. Да не, я это не пройду. Жесть какая. Ну там самое сложное начинается с этого момента. Complete Ghost. Да, действительно не работает. О, Джампер. А я здесь тоже бывал. Time Machine. Ну давай на Джампера заскочим. И что, а есть уровень, то, типа, вот такой? Я не помню. А что, прыгнул? Пум-пум-пум-пум-пум. Ребят, всем привет. Я уже проснулась. Так что все окей. О, ребят. Сейчас. Ну, ладно, сейчас. Кота своего пушу. Главное, чтобы он экран не заградил.
Привет, Рысик. Рысик. Рысичек. Рысик. Рысик. Йо, нет, тройнейший пыль. Нет, не мое. Не, ребят, походу я с ГД завершаю. Свой прогресс. Достаточно. Давай пойдем посмотрим, каким чудом они будут интересные, прикольные. Special place. Это наше место. Давай посмотрим. Я больше человек, в конце какой-то расплян будет лутый. Может, в туалет бежит или еще куда-нибудь. Длинный путь туда. Что за специальное место? Вдвоем. Окей, ладно, погнали. Рысик. Рысики вверх. Куда они летят? Кто знает? Кто-нибудь знает, куда они летят? Поставщики. Для вас это тоже в новинку все. Динозавр? Да не волнуйтесь, я просто отвлекаюсь на своего кота, потому кота, потому что он меня зазирает. Направо. Точнее. Зачем он хочет поговорить все? Третьего нашли. Он девчушка и бежал, у которой маленький есть квадратик. Это папаня бежит с работы домой. Ребят, мне кажется, мы что, не рисковые? Это как... просто... так... о, еще немного, ребят. Рысик! Кстати, ребят. Вот так вот выглядит мой кот. Здесь он не мешает. Сейчас я посмотрю, как он по записи. Рысь. Рысик. Котик. Нифига себе, ты что, дракон подводный? Не рыбный на масштаб, ты посмотри, что он здоровый. Так. Плюнет ему крыло? Плюнет ему хвост? Так, как у меня это все стояло? А, вот так. Солнце его сдушило. Ребят, и на... 50 подписчиков, я покажу свое лицо.
Ребята, 50 подписчиков, все свои лицо. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Да, подпишитесь. Есть пробитие. Мэйдэй, как говорится. Мы падаем. Самолет разбился в океане, но все выжили. Дракон защищал свою территорию, и он вернулся обратно в дом. Высик. Рисик, перестань держать подушку. Утик мой хороший. Корп ВПС, КОРВП 1, КОРП ВПАФФ, ВПАДАИ. Вы издеваетесь, что ли? Инсейн. Это не для меня. Вот это мой, да? Что-то с маяком. Ты что, мечалку сделал, что ли? Я что-то не понял. Ой, если честно, я бы устал рысика играть. Рысик, полезу как здесь. Нифига. Кул. Парт один. Парт... первая часть закончилась. Удачи. Вау. Сложный уровень. Ладно, я, наверное, это, скорее всего, была последняя попытка в геометрии зайти. Для меня это реально что-то сложновато. Ребят. Поигрался там хорошо. Ну, конечно, сейчас. Так. Ну, наше видео подходит к концу. Всем до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока.